нас две компании, мусоровозящие две компании. Это компания Neo Plus и компания Clean City. График им утверждает Аким района. Вывозят они многоквартирные на площадок многоквартирных жилых домов ежедневно с жилого сектора, то есть частного сектора, вывозится согласно их графика, да. Так как у нас две компании, у них оснащение по технике достаточно, они могут выпускать технику и на вторую смену, и могут, то есть были такие вопросы, но этот вопрос был, когда у нас только была одна обслуживающая организация, это компания Neo Plus. Тогда весь район охватить они не могли, у них не хватало технических оснащений, то есть машин и так далее. Сейчас с этим проблем нет.